Спонсор программы «Патруль» – магазин «Камкабель». Здравствуйте, а теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Житель Ноябрьска отправится на полгода в колонию за повторную пьяную езду. Поймали его на дороге сотрудники ДПС. Оказалось, что лихач уже был осужден за аналогичное преступление. Теперь ноябрянин проведет в колонии поселения 6 месяцев. Также его лишили прав на срок 2,5 года. Азартная новоуренгойка 1 апреля отдала мошенникам более 1 миллиона рублей. Оказалось, что 55-летней местной жительнице в мессенджере пришло рекламное сообщение брокерской площадки. После переговоров дама согласилась сыграть, вложив 11 тысяч рублей. Игра шла удачно, и новоуренгойка продолжила инвестировать вновь и вновь. Спустя несколько дней, когда сумма достигла больше миллиона рублей, биржа превратилась в тыкву и перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. В Новом Уренгое задержали наркомана. 12 апреля у местного жителя 1988 года рождения нашли свертки с запрещенкой массой почти 2 грамма. Злоумышленник пояснил полицейским, что наркотики приобрел для личного потребления. В настоящее время в отношении злоумышленника избирается мера пресечения. Дебоширка из Ноябрьска отправилась в колонию за попытку грабежа, а также оскорбление полиции. Ноябрьский городской суд вынес приговор 32-летней местной жительнице, которая 9 февраля этого года вынесла из магазина корзину продуктов. На улице ее поймал сотрудник Росгвардии, который заставил леди вернуть награбленное. За это она его отматерила. В итоге даме пришлось ответить по 2 статьям – покушение на грабеж и оскорбление представителя власти. В сумме это обернулось 3 годами колонии общего режима. Обворовавший палатку с фруктами в Салехарде мужчина 4 года скрывался в Кыргызстане. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, злоумышленник вместе с несовершеннолетним сообщником в июне 2016 года украл фрукты и деньги на общую сумму более 18 тысяч рублей. Воришек благодаря камерам видеонаблюдения задержали быстро. В августе 2016 года огласили приговор в отношении несовершеннолетнего. А второй злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. 9 декабря 2020 года он был задержан в Бишкеке и передан российскому правосудию. В итоге беглеца приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Там, где нужен свет и электричество, там используется качественный кабель. В магазине «Камкабель» вы найдете лампочки, кабель-каналы, электроинструменты, щиты, счетчики, прожекторы, трубы для прокладки кабеля и многое другое. Звездная 15. Торговый дом «Альянс».